Выступая сегодня на заседании правительства, армянский премьер в очередной раз обвинил Азербайджан в совершении геноцида. МИД Азербайджана, комментируя это выступление, заявил, что подобные безответственные манипуляции Армении удешевляют этот термин. А в условиях, когда на дороге Агдам-Ханкенди стоят фуры с продовольственным грузом, направленные азербайджанским обществом Красного полумесяца, жонглирование подобными терминами выглядит особенно нелепо. Если бы армянская сторона действительно нуждалась в поставляемых товарах, она бы не требовала от миротворческого контингента перекрытия дороги с целью воспрепятствовать доставке груза. Подобный подход армянских жителей в очередной раз показал, что утверждение о так называемой тяжелой гуманитарной ситуации – ничто иное, как политические манипуляции, заявили в МИД.